Всем привет! Давненько я не показывала, что у нас вообще в огороде, наши дела садовые. Сейчас я иду собирать сливы. Спойлер, в этом году их очень много, прям очень много. Сейчас я собираю сливы, которые вот на этом у нас дереве. Просто посмотрите, у нас все дерево увешано сливами. И дошло до такого, что из-за тяжести у нас даже ветки поломались. Видите? Вот так много у нас слив в этом году. Урожайный год. Но сливы спеют неравномерно. Поэтому нужно каждый день ходить смотреть их. И мы сейчас из них, знаете, что делаем? Делаем смузи. Это крайне вкусная вещь. И я собираю даже те, которые падают. Просто я вырезаю. Но это, конечно, уже не очень. Просто откидываем. Вот они вот так вот падают. Вот. Но есть те, которые я собираю, конечно же, с ветвей. Вот они уже очень мягкие некоторые. Вот так вот я хожу. В одной руке у меня тарелка, а другой собираю. Нужно хорошо просматривать. Если вовремя не просмотреть, они будут просто падать уже на землю. Вот. Еще одна наша слива. Это уже другой сорт. Она желтая, но также ветки усыпаны очень много. Но она еще не поспела. И, честно говоря, если по красной я понимаю, да, по цвету, что она поспела, то по желтой нет. Нужно каждую вот подходить и трогать. Когда же она там поспеет? Видите, сколько сливы. А смузи делается очень-очень просто. Просто с помощью блендера. Все перемалывается, можно сахар даже не ложить. Но мы, собственно, сахара не кладем, потому что оно и так и с кислинкой, и сладкое. Ну вот, естественный вкус. Можно еще добавлять молоко, либо сметану. Мы уже пробовали, очень вкусно получается. И еще смузи можно, например, с творогом. Лето, вот именно та пора, когда нужно из фруктов делать всевозможное и употреблять в пищу. Потому что, ну, признайтесь, столько слив мы вряд ли съедим, а вот в форме смузи очень хорошо заходит. Так что всем советую делать смузи. Ну, или молочные коктейли фруктовые, йогурты. Эта ветка полностью усыпана сливами, но она из-за тяжести сломалась.